Привет всем, вы на канале Dancing Art, и это обзор магазина на 9 июня. Поехали! И сегодня у нас, ну сейчас там несколько секунд, и мы посмотрим, какие тут новости. Что-то не показывает, загружается. Опа, где новости? Я надеялся, что они сразу ее обновляют. Так, поехали. Быстро, по нашей традиции, мы быстро всех посмотрим. А потом будем более детально обсуждать с Ромой и Гришей. Искажение границ. Блять, она классная. Хочу ее. Бесконечный деп. Задира. О. Тоже хочу топовую вещь. Пируэт. Тоже топо. Так, поехали. Рома, Гриша, я вас врубаю. Поехали первое смотреть. Первое у нас будет... Давайте... Бронта. Что вы скажете про Бронта? Милый динозавр входит в, входит в набор Диностраж. Ну, такой себе. Вот. И страшный. Ну, фиолетовый лайк, но страшно. Птеранодон. Это тоже какая-то фигня. Ну, кому нравятся динозавры, сори, ну, быстрее. Тоже фигня какая-то. Кристалл. Ай, мне ни один не понравился. Из первой ссылки. Пошлите к третьей. Второй, точнее. Бомбистка-пацифистка. У нее два образа. Не, я уже ее показал. Бомбистка-пацифистка. Мир — это война. Розовый стиль. Что? Что? У нее окраска в виде трусов. Офигеть, прикольно выглядит. Ой, знаете, уже извращенские наклонности, и тут прям топо выглядит. Она классно. Мир, дружба, жвачка. Еще и текст классный. А что у тебя с этим? О, двигается. Что вы скажете про бомбистку пацифистку? Ясно. А я Рому разблокировал? Или он говорит что-нибудь? Понятно, я, наверное, Рому заглушил. Нет. А. Блин, бубльгам классный. Смотрите, вы ударяете раз, бубльгум, он надувается, а потом взрывается. Четкий эффект. Я такие штуки с эффектами не видел ни разу. Классно, классно. Бомбистка-пацифистка сегодня топала. А ты как думаешь? Ну, как думаешь? А скин неплохой. Не, мне так все, мне не понравилось. Кирка достаточно хорошая с эффекта. Ну, первая так себе, кроме кристалл нормский. Давайте про ворона поговорим. Ворон имеет смысл жить. Его слишком часто берут, я тоже... Ну, тоже мне... Он красивый. Он красивый, да, но... Он же просто бьет по... Я очень часто его вижу. А гарпия? Гарпия имеет... Он не часто. Он часто. Я слишком часто его вижу. Я как с людьми играю, ворона вижу почти везде. А гарпию, кстати, редко вижу. Гарпия, она... У меня на магазине... О, у нее еще след есть. Ну, гарпия круто выглядит. У нее еще след завод. Смотрите, ворон умирает, потому что все, слишком часто мы его видим, он уже бьет по глазам. А вот гарпия, она клевая. Я бы гарпию взял. Я взял бы гарпию только из-за следов. И след у него клевый, да. Согласен. Замораживаешь просто свет. Идеальный. Стальной клюв. Какой звук? Звук и эффект клевый. Входит в набор никогда. Сезон 3. Вау, крылья тьмы клевые. Появляется с эффектом четким. Вообще идеально. Угу. Ром, ты будешь говорить что-нибудь? А, что? Да бля. Когда я... Ну ладно, забей. Искажённый...
Искаженная страница. Вот ее мне хочется пипец как. Я посмотрел ее арты. Вообще, она клевая. Очень клевая. Ее бэкпак тоже очень клевый. Я первое время ее жесть как хотел. Ну, знаете, я понимаю, что я могу ее купить, но я либо на Мириаду сэкономлю, либо ее куплю. Я вот честно не знаю. Меня очень долго будет ходить. Покупай ее. Лучше накопишь на ПВЕ. Ну, бля. Ай, да ну. Я уже 900 накопил. Я люблю с пупком, а тут пупка нету, но тут есть классный осьминожек. Бля, четко выглядит. Да. Блин, с мячиком, да. Скажу, на странице клевая, ну. Я извращенец, там ничего извращенского нет. Фрактал так себе. Ну, ребят, я не люблю немного. А вы как думаете? Мне бёрстка очень нравится, фрактал. Ай. Только заниматься. Были лучше, намного лучше. Бесконечный деп прикольно. Задира. Ну, задира вообще фигня полнейшая. Ай, ну и. Этот рок, детка. Бля, обязательно добавлю на ТикТок. И первый ад. Короче, итоги. Я бы сказал, искаженные страницы и гарпия сегодня имеют смысл. А еще побиска-пацифистка. Это три образа, которые я считаю более-менее. Так, теперь пошлите арты смотреть. Все, на этом Да. моя работа кончилась, я пошел, пока. Угу, давай. Так, сегодня у нас прикольный бананчик, который Халка что ли пьет, или я не понимаю. Идем дальше. Это не Халк, это этот. Как он называется его? Джонси. А, Джонс? Халк Да, Джонс. Джонс был. О, красивый. Ну, водичка. Классно сделали. Тосик Тропер. Вообще, вот такие вот более-менее имеют смысл жить. Они намного лучше, чем страшные картинки типа этой. Вот эта вот страшная картинка, но я просто хотел показать, насколько она страшная. Банан в виде Джонси и пожирающий бургер. Это что за... Бэ. Не знаю. Вот такие арты я недолюбливаю. Уже добавил, потому что... Ну, знаете, в нем есть только один плюс в этом арте. Вот этот задний фон. Короче, Дэзи, я знаю, что изображено с бананом. Короче, банан съел Джонси и еще бургер ест. Понятно. О, вот типа добытчицы любят с ним, ну, делать пару с этим. И это очень клево, мило выглядит. Из-за этого добытчица становится топовым скином. И неплохо, что ее люди покупают. Я бы взяла с И другого. вот опять, с добытчицы арты любят делать. И прям такие, знаешь, я такие арты люблю. Я даже не чмо, он любит арты с Дизи. Ладно, ладно, Во-первых, идем. во-вторых, а еще одно А место. я опять добычица, Даже косплей про добычицу, понимаете? Идем дальше. А, это все? Да не может быть такого. Да не. Правда, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, во-во-во, еще это не показывал. Ну, я не знаю, как зовут такой скин, но это клевый арт. Особенно за пупок. А тут еще петушило сзади. Нормально. Кто любит Гандам аниме, этот чел клево подходит. Вау, слушай, Гриша, а есть такой скин? Сейчас задержка пройдет. Прикольно выглядит. Такой Какой? милый смайлик. Не, он не, о, вот банан вот этот, который есть. Миксер банан. Вот он есть, он есть. Он продавался за... Ну, я Бля, видел серьезно? видео. Не, Круто. он продавался, только не прямо не такой он был. Он был желтый такой весь. Можешь посмотреть, как он в Ютубе или там где-то. А, Типа, не, короче. мы не будем. А талон есть?
Вот это вот ад. Тышка, стыкайся. Ладно, это был обзор магазина на 9 июня. Спасибо за внимание. А, подождите, давайте посмотрим. Новости в этот раз появились. Тут, как я понял, надо выбрать режим игры. Уйти. Сейчас посмотрю на новости. Они обычно новости вот так вот делают, и это подбешивает. Приходится, наверное, по-другому делать. Нет, не появились. Понятно, новости не обновляют в другое время. Ладно, ребят, это был обзор на... А чё я один магазин обзорю? Давайте ещё сражение с Бурей посмотрим магазин. Решил уже долго записывать. Ну, сражение с Бурей тоже клёвая тема. Топовые любят. Я каждый день разыгрываю кучу всего в своей группе ВК. Давайте посмотрим, что в ПВЕ сейчас актуально. И мне дадут, пожалуйста, V-Bucks. 700 V-Bucks, я буду счастлив. Не. Так, смотрите. Давайте посмотрим, что дадут. Бесплатной ламы нету. А, не обновили. Короче, ребят, кто ПВЕ любит? Этих двоих надо обязательно покупать, потому что на них есть топовая сборка. Он сносит все, всех и вся своим миниганом, а этот после перезарядки пополняет щиты. Сборки все есть в группе ВК. И вот его надо покупать обязательно. Я покупаю и эту штуку тоже. Я скупаю весь магазин постоянно. Советую тоже делать так. Это был обзор на 9 июня. Спасибо за внимание, всего хорошего.